28 августа в главном здании КФУ прошла лекция генерального директора Кокрейн-центра Марка Уилсона «Управление и развитие глобальной организации, создающей знания». На лекции Марк Уилсон рассказал о том, как правильно применять знания и технологии в современной медицине. Для меня это огромная честь присутствовать сегодня здесь, особенно после подписания соглашения, которое состоялось буквально недавно, сегодня утром. И мы надеемся, что сотрудничество Казанского федерального университета и Кокрейн будет очень продуктивным. Кокрейновское сотрудничество существует для того, чтобы решения в здравоохранении становились лучше. За последние 20 лет Кокрейн помогло трансформировать способ принятия решений в здравоохранении. Компания собирает и обобщает лучшие доказательства из исследований, чтобы помочь принимать информированные решения относительно лечения. Жду от сегодняшней лекции новых информаций по поводу того, каким образом Кокрейн будет продвигаться в России, поскольку знаю, что это глобальная, важная для медицинского сообщества организация, которая помогает делать наилучшие варианты лечения всех заболеваний. Организация изучает эффективность медицинских технологий путем критической оценки, анализа и синтеза результатов научных исследований по строгой систематизированной, а результаты исследований в виде систематических обзоров публикуются в базе данных организации The Cochrane Library. Напомним, что КФУ успешно сотрудничает с организацией Cochrane с 2015 года. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз.